О дядьке Бородине и его сказочном парке мальчишки рассказывают взахлёб. В старом овраге бывший кузнец соорудил плотину и образовался пруд. На берегу, на пустыре, посадил более 3000 деревьев. Зазвучали теперь здесь птичьи голоса. Видя бескорыстный труд Ивана Федоровича, потянулись к нему жители города Колпны, небольшого районного центра на Орловщине. Для школы оживший пустырь стал классом ботаники и биологии, для влюбленных – местом свиданий. Через несколько лет зашумит вовсю Бородинская роща. Конечно, есть и такие, что называют его чудаком, мол, даром свой труд раздает. И сами не понимают, что характеристика такая – лучшая похвала. Ведь чудаки украшают мир, и главное их призвание – дарить радость людям.